Давайте походим по этим мостикам, подвесным. Место для курения. Ой, ну тут же все шатается, конечно. Обзорная башенка. Сверху на видео можно посмотреть. А ведет она как раз таки вот в этот ацтекский птичник. А не, ну тут в принципе можно спуститься, но верно, нет, нельзя. Закрыт проход. Но вообще мне нравится, как они тут все стилизовали. Прикольно. А, тут можно в окошко выглянуть, сфотографироваться, но там мне надо где-то нашу Катю найти. Смотровая площадка. И вот можно сверху на всех этих птичек посмотреть. Ну, детский городок, там горки тоже в стиле ацтека. Вот для детей тут раздолье. У кого дети есть, и сюда. Ладно, пойду я дальше искать журавушек.